Ну, сегодня 28 января 2017 года, суббота. Я вышел на улицу показать. Нынче необыкновенно снежная зима. Вот какие-то тут кидают. Стол здесь завалили. Все не видать даже нисколько. Я покажу, где вот наш дом, где мы живем. Вот, вот Володя. А там Роман тут приходит, когда братья начинают. Видите, снег оттуда вывозят, чтобы кидать кверху. Выше Володиного роста сколько накидано. О! Даже отсюда видать, насколько выше. Дом весь вы закидали. Ой, уголи мои гули, да хорошие гули, но... Давай, 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 гули, сейчас я им дам поесть. Мои гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ой, это чьи-то гули, я не знаю, чьи-то гули прилетели. Ой, куда ни пойду, везде гули, собачки. И жизнь хорошо. И жизнь хороша. Ну давай, давай, не бойся. Я покажу. Это у нас тут уже вот вокруг. Вот я на уровне головы держу, насколько выше. Вон как все. Вот там закрываете двери. А здесь вверху у нас крест. Крест. И надписи почти не видать, скрылись. Вот, ходили, благовествовали слово. Ну вы, надо будет другой краской написать. Идите и проповедуйте Евангелие. Вот. Сейчас я покажу, на улицу выйду. Вот стою. Это вот на уровне головы. Вот ограда. Ограда на уровне головы. Гуля, 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 гуля. Вон где беленький голубь какой-то. Это дикий. Иди скорее ко мне. Иди скорее. Гули, 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 гули. Вот они мои гуленькие. Это не мои они, хотя. У меня всегда с собой семечки. Вот они где, прилетели, уже ждут. Я иду, они за мной по улице. Хорошее дело. А тот вон дальше. И вот здесь около ограды стою. Видите, насколько выше ограды дом. О! Вот так вот мы живем здесь. Вот дорожка прокопана. Вот как идет там солнце. Здесь тоже на уровне головы проезжать, где снег отбросили. Вот они, прям вплотную около ног у меня. Вот он, третий пришел. Да гули мои гули, да хорошие гуленьки. Гули, 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 гули. Давайте. Давайте. Вот они где. Давай, давай. Иди скорее сюда. Ой, испугал. Что, услыхал, что я говорю? Я тебя кормил уже сегодня? У вас целая куча была здесь. Пять собак. Сейчас уже нету. Сегодняшнее съели все. Беги, не пугай голубей. Ну, а беги скорее. Без хвоста. Где-то повредили. Вот Володя на уровне головы. Сколько выше Володя сугроб-то. К ограде кидает. Ну, чтоб соседу не попало. Да, кидать некуда. Места нету снегу. Ну вот. Это мы где молимся. Храм. И вот я иду издалека, чтобы видно было, насколько тут. Ну, на метр выше головы. Под самую крышу почти снег. Обрушаются крыши, где, если не вовремя не скинут. Сосед баню копит. Эти у нас какие березы большие. Я их не садил, а там мне все досталось. Этот дом высадил. Вот, Никита. Выравнивает все. Сегодня суббота. Будут молиться, придут люди. Вот так. Вот эти вот ставим козлики, Володя сделал. А на них вон ту большую жердь. Вот он подкидывает где. Приезжают братья, тоже работают. Вот эту жердь кладем. Вот она. Она с красными тряпочками. И перегораживаем. Чужие машины приходят, ставят свои машины. А и нашим некуда ставить. Там, наружу, не заехать. Вот тут качели надо показать. Вот видите, какая елка. О, какая ель. Береза повыше. Нет, ель выше.
Не садил я, это мне уже досталось. 11 лет шел суд, я высадил, у государства нечем было рассчитывать то, что конфисковали. Я предложил рассчитаться недвижимостью. Вот эти два домика дали. Я думал, 50 метров хотя бы дали, там, жилая площадь. А мне дали 226 квадратных метров. Ну, я еще тут только кровать одна, остальное тут, видите, здесь убрали. И вот стоим, я подошел, я вот на уровне головы снимаю. Вот на уровне головы, вот качели, выше головы они. И тут видно снег, насколько выше. А качели это на 2 метра примерно верхняя, это планка. Вот они где возят. Вот по трое. А как только приедут братья пораньше, тут сразу лопаты другим. Вот они, мои гуленьки, пришли. Да хорошие гули-гули-гули-гули. Они меня тут нашли уже. Давайте, гули-гули-гули-гули-гули. Но они не меня нашли, а семечки. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Где там белый голубь-то? Головы. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. А там собаки. Услышат, что мой голос, они со всех сторон тут сбегаются. Вон он, видать, его ноги такие. Гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Семечки любят. Это Женя Долгов мне семечек дает. Фермер. Очень хороший человек. Вот и вышел голуби. А моих голубей это даже и не видно. Они залетели, напились воды и все. Ну что сказать. Работа идет. Гули-г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 ули. Иди скорее. Гули-г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 ули. Вон он еще один голубок. Гули-г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 ули. Скорее, гули-гули-гули-гули-гули-гули-гули. Ой, бежит скорее, скорее. Вот он где, вот он где. Давай, давай, вот молодец. Вот они, гули мои, гули. Иногда вот так вот кормлю их, штук 30 прилетит. Да и своих тут у меня сейчас, правда, мало. Держу штук 15 всего. Так у меня 3 голубятни. Вот Роман здесь утюжит. Убирает снег. Еще потом закидывать надо. Вот для места. У него машина на зиму осталась. Вот у нас около дома. Так, мы стоим. И тут все написано. Прямо наверху. Ну, а дальше тут все, голубятня. Крыша, снег. А вот показать-то на той, на храме, крыша, как, я даже не знаю, как показать. Ага, вот как. Вот она, смотрите, как это намело. Крыша, с крыши слепилась. О-о-о! Гули-г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 ули. Ой, бежит, ой, бежит. Ну-ка, гули мои гули, да хорошие гули. Гули, 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 гули. Вот они. Давайте. Вот так около моей ноги. Белая пришла. Давайте. Это дикие. Просто дикие голуби. А мои там породистые. Бантастые. Ну все на этом. Много-то не наснимаешь. Показать на крыше тут. Все время снег сбрасывает кучей, чтобы не проломило крыши. О, с этой стороны к дому уже, где же Василий, не зайдешь. Чуть пониже головы. Да почти с головой. Вот. За дом уже не зайдешь. Захожу домой. Вот зашел я. Ну, там мое рабочее место. Все на этом.